Сейчас посмотрю, сколько осталось. Девятнадцать процентов осталось. Ну, хватит еще минут на 20, на 25. Вошел я в свой темп ходьбы. Не быстро, не медленно. Нормально. Пройду я до крайнего пляжа на Спартановке. Вот, любуйтесь, какие тут виды. На моей родной Спартановке, на которой я с 82 года живу, с 4-летнего возраста своего. В принципе, я себя сколько помню, всегда жил только на Спартановке. На тракторном всего 4 года своей жизни жил. Первые 4 года жизни. Так что Спартановка — это моя колыбель. Так, ну сейчас тут срезать или не срезать, срежу. Срежу я путь. Так что видите, как получилось с комментариями, с моими видео. На мой канал Волгоград, Сталинград, город-герой. Переименовал я свой канал, да, видели вы. То видеоблогер Волгограда назывался, сейчас Волгоград, Сталинград, город-герой. Так, тут не пойду, пойду, где пошире дорога, чтоб клещей не нацеплять. Потом лучше вернусь. По узкой тропинке не хочу ходить. Там соприкоснуться можно с травой случайно и клеща поймать. Как вы знаете, клещей я не люблю. Мне энцефалит нахрен не нужен. Так, вот. Посмотрели, что тут. Срезал довольно-таки сильно. Путь срезал довольно-таки сильно.
Вон машины. Тут вот хреново.